Российскую медицину как-то принято критиковать. И очереди в больницах большие, и оборудования в клиниках не достает. В общем, с этим сложно спорить. Но ведь медицина – это не только и не столько система здравоохранения. Это не здание и не аппаратура. В первую очередь это врачи. Люди, которых всегда считают обязанными. Обязанными вылечить, помочь. Впрочем, они сами прекрасно знают о своем долге. В этой профессии, как ни в какой другой, очень мало случайных людей. Ведь путь от студенческой аудитории до операционной может занять почти 10 лет. Он скучный для лишних и насыщенный для тех, чье призвание быть врачом. Здравствуйте, Надежда Яковлевна. Ага. Так, девочки, ну как дела ваши? Хорошая. Давайте посмотрим-то ноги-то. Да ноги-то мне вот очень наш парализована, так вот эта нога-то и болит. Боли есть, да? Ага. Ага. Закончила первый Санкт-Петербургский государственный университет имени академика Павлова. Пока училась, да, хотела переехать в сельскую местность. Наверное, устала от города, от всей вот этой вот информации такой многочисленной. Хотелось вот что-то попробовать себя в чем-то еще другом. Так, давайте мы вам, знаете что, надо бы укольчики поколоть, чтобы ножкам-то полегче было. Хорошо? Ага. Так а мне вот, вот я и вот, вы, вот, но я вам еще выпишу, надо будет еще поколоть, ладно? Напишу. Спасибо, если можно. Угу. Нас всего два доктора. Благое людям сложно ехать, поэтому все сложные случаи идут сюда. Люди практически не хотят туда ехать, да, потому что далеко. Ну, это деревенский народ. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Татьяна Игнатьева жила в шумном Петербурге, деревенских жителей она понимает. И кажется, у них это взаимно. Городского доктора в поселке Березайка Вологодского района Тверской области не ждали. Думали, кто поедет из большого города работать туда, где и больницы-то нет. Вместо нее на первом этаже сельской администрации несколько приемных кабинетов. Это называют врачебным офисом. И вот уже год прием здесь ведет врач из Санкт-Петербурга Татьяна Игнатьева. Так получилось, что приехала сюда в командировку, да, и понравилось очень место, Бологое, озеро в центре Бологое. Ну вот стояла, думала. Посмотрела, как завороженная стояла, смотрела. Всегда хотелось вот дом на берегу озера. Даже ну чего в коробках, всю жизнь в квартирах прожила. Тогда ей был 31 год. За плечами высшее медицинское в престижном питерском вузе, интернатура, ординатура, работа в НИИ кардиологии и наброски диссертации. Все это на одной чаше весов, а на другой только вопрос. Почему бы не попробовать, если хочется? Тем более зарплату предложили достойную – 42 тысячи рублей в месяц. Работая в Петербурге, она получала даже меньше. Еще одним аргументом «за» стала субсидия на покупку жилья. Татьяне оплатили 70% стоимости дома. Теперь Татьяна и педиатр, и лор, и офтальмолог. Чтобы стать врачом общей практики, она окончила специальные курсы. Говорит, когда приехала, не думала, что будет так интересно работать. В поселке больше 5000 человек. Захочешь, не заскучаешь. Идешь, все детишки, все, здрасте, Татьяна Владимировна. Ну, здесь немножко по-другому, чем в городе. В городе это город. Ну что, городская суета, это ездишь, добираешься постоянно далеко, а здесь 10 минут, и ты на работе. Но сократился только путь на работу. Самой работы меньше не стало. Помимо приема, который Татьяна Игнатьева ведет целый день, ей нужно ездить на экстренные вызовы. Впрочем, ничего удивительного. Ненормированный трудовой день для врачей привычен. Каждый будний день Андрей Анатольевич Гринь встает в 5:30 утра. В 7 он уже на работе в отделении неотложной нейрохирургии. В 7:30 начинает обход. Доброе утро. Как самочувствие?
Пациентов у Угриня много, к нему стремятся попасть со всей России. В институте Склифосовского уже крылатым стало выражение: если пациента оперирует Гринь, волноваться не стоит. В этом убедился Ислам Пугоев, когда в родной Ингушетии он упал с лошади, думал, ничего, обойдется. Но спина продолжала болеть, и уже в Москве Исламу пришлось вызвать скорую, врач которой увидел всю опасность травмы позвоночника. Упал в склиф к Андрею Анатольевичу. Буквально вот в течение недели, вот за эту неделю, прошлую неделю вернее, он меня подготовил к операции и в понедельник сделал операцию. У любого врача, сестры спросите, я даже спрашиваю, что, как, у меня снимок. А как ты думаешь? Конечно, хорошо, по-другому никак не должно быть, отвечают мне сразу. Это же Грин делал операцию. То есть очень, я ему очень благодарен. Я сам не ожидал такого скорейшего прям. Я думаю, мне еще долго придется лежать сначала, прежде чем еще на ноги стать. Сам доктор о своей известности не задумывается. Говорит, некогда, больных много. Да и должность главного нейрохирурга Москвы обязывает к административной работе. А это еще плюс несколько часов к и без того загруженному дню. Сотрудники Института скорой помощи имени Склифосовского не работают по графику. Спланировать даже день вперед здесь просто невозможно. Ведь в клинике института привозят пострадавших после крупных ДТП, серьезных пожаров, тяжелых пациентов. Врачи собирают буквально по частям. Они руководствуются единственным принципом. Если у человека есть шанс, хотя бы один из ста, использовать его обязанность врача. Сегодня будем оперировать молодого человека, который получил травму с тяжелым повреждением грудной клетки, перелом ребер, ушиб легкого с повреждением легкого. И, к сожалению, у него сломан позвоночник, в частности, седьмой грудной позвонок сломался. Осколки разлетелись в разные стороны и в том числе попали в просвет позвоночного канала и повредили спиной мозг. Где-то месяц из мозгов просто вылетел, ничего не помню, месяц. Приезжал. И повернуть пить, его, да? Конечно, опять по камушке. Да. Молодец. Более-менее восстановили картину, что и как. Картина, которую удалось восстановить, шокирует. На своем мотоцикле Денис вылетел на встречную, лоб в лоб столкнулся с автомобилем. Как еще жив остался? Для того, чтобы добраться до сломанного позвонка, в теле Дениса врач делает 4 прокола по 1.5 сантиметра каждый. Новые технологии нейрохирургии позволяют вставить протез с минимальным для такой операции вмешательством. Операция длится 3 часа. Все это время хирург стоит на одном месте с прямой спиной и двигает только кистями рук. Нетрудно представить, насколько физически сложна эта поистине ювелирная работа. А в день бывает и 2, и 3 операции. Но на усталость в институте скорой помощи жаловаться не принято. Каждый от медсестры до главного врача сразу знал, на что идет. Большинство из тех, кто здесь работает, как и нейрохирург Андрей Гринь, эту профессию считают своим призванием. Эта мечта была 6 лет, скажем так, поэтому ее все пронес на всю жизнь. Долгая история, но, в общем-то, началось с того, что 6 лет удалось помочь там одной бабушке на пляже. Массажи делал, массажи, она стала лучше себя чувствовать. Дала мне конфет. Я думаю, надо же, такой ребенок, я смог помочь человеку, причем не лекарствами. Поэтому я понял, что надо в медицину идти и лечить наиболее такими природными свойствами. Вода, массажи, активный образ жизни и так далее. То есть не препарат. То есть у меня уже была заранее установка. Поскольку медика в семье нет, то как-то вот так вот. Ну и, соответственно, рос, хотел врачом. Мне говорили, ну ладно, все мы хотим быть космонавтами в детстве. Но мечта, казавшаяся запредельной, осуществилась. Из Запорожья он приехал в Москву поступать в первый медицинский. Экзамены сдал успешно. Работа началась уже на 4-м курсе. Сначала в небольшой больнице, а уже потом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Молодой человек приходит и начинает работать. Если он себя жалеет в течение первых 10 лет, то специалист из него не получается. Если он является рабом клиники, не жалеет себя и пашет, то из него вырастает классный специалист. Вот Гринь Андрей Анатольевич один из них. Я представлю, если бы он себя жалел
и не работал столько, сколько он работает, ничего бы не вышло. Потому что таланты, способности – это, конечно, нужно, но без труда ничего не будет. Пахать так, чтобы мозоли были на руках, в прямом смысле этого слова. И чтобы пот был, и спать через сутки, и ездить на конференции, и уметь, и учиться докладывать результаты своих исследований, результаты своей работы, и уметь дискутировать на тему со специалистами. И в результате такого постоянной работы над собой и вырастают такие специалисты. Это адреналин, понимаете, мы по-другому не можем. Я в плановой клинике работать не смогу, что прийти к 9 утра, не спеша сделать обход, прооперировать там одного больного, записать дневники и в 4 часа уйти домой. То есть вот это не наш стиль работы. У нас это ты приходишь на работу, ты не знаешь, что тебя ожидает. Ты не знаешь, кто поступит, что случится. То есть любой момент. Любой момент может потребоваться в городе куда-то помощь. Вы знаете, когда что-то случается, какие-то террористические акты, что-то, не дай бог, какие-то катастрофы, катаклизмы, тут же мы все приезжаем в институт, потому что в любой момент потребуется помощь. И некогда будет кому-то обзванивать, приди. Мы должны быть на месте, сами сориентироваться. Нужна помощь? Вступить в бой. Мирного времени у врачей и не бывает. В большом городе каждый день кто-то попадает в аварию, у кого-то поражает болезнь. В этом вечном бою с человеческими недугами невозможно победить, если не совершенствовать свои знания. Поэтому семинары и конференции в обязательной программе каждого врача. Это семинар по эндоскопической нейрохирургии в Тюмени. Гринь – один из докладчиков, но он не только делится опытом, но и слушает коллег. На конференцию в Сибирь приехали ведущие нейрохирурги России. Год назад открылся Тюменский нейрохирургический центр. 5 отделений, 6 операционных блоков, оборудование новейшее и высокотехнологичное. Но здесь гордятся не этим, а специалистами, которых отбирали со всей страны. Да. Ну, животик болит? Нет. А головка? Да. Головка болит, да? Ну, немножко поболит еще? Да. После операции, еще пару дней и пойдет. Самое тяжелое в работе детского нейрохирурга, говорит Марат Римович Гизатуллин, общаться с маленькими пациентами, объяснять, почему у них не двигается рука или не получается пройти даже несколько шагов. До того, как у меня дети появились, как бы... Был такой период, как бы, ну, дети, как бы я с детьми работал, там вроде как и понимаешь, что и жалко, там, и не жалко. Ну, хотя все равно со временем возникает немножко такая защита, наверное, какая-то внутренняя. Ты не всегда можешь переносить на себя все это. Вот. А потом, конечно, когда появляются свои дети, такой был тяжелый период очень у меня тоже, как бы, потому что начинаешь очень близко воспринимать вообще все это, и боль, там, и страдания, и понимание, что часть детей это все-таки... Ну, тяжелые инвалиды, они будут так жить всю жизнь. Как бы, и такое ощущение, тем более, когда твои дети еще появляются, ты это очень близко воспринимаешь. И у меня был период даже, что я хотел, думал вообще, может быть, уйти из профессии, потому что было сложно. Но потом как-то это все равно думаешь, измышляешь, понимаешь, что ну, как бы ты в этой профессии не зря же, ты пришел сюда, не зря ты помогаешь. За 10 лет работы Марат Гизатуллин сделал больше 400 операций. Он работал в Уфе, но когда появилась возможность стать хирургом в новом центре, пусть и за 800 километров от Башкортостана, он ею воспользовался. Вместе с женой и тремя детьми решил переезжать. Это бэби-йога? А в чем суть ее? Суть в том, что как бы, ну, развивается... Мышцы, связки. Когда он уходит, дети еще спят. Когда он приходит, дети могут уже спать. То есть бывает так по несколько дней даже. Один раз видела его, когда он вышел с операции, я думала, что что-то случилось. У него был очень уставший вид. То есть я поняла, только в этот момент поняла, какая это сложная работа. Не зря говорят, что жена хирурга – это вдова при живом муже. Это часто действительно так. Он на работе большую часть времени суток. Это надо понимать. Александр Черноусов воспитал не одно поколение врачей. Говорит, сейчас стало больше тех, кто идет в медицинский только ради диплома. И уже с первой лекции в белом халате планируют свой бизнес. Но винить их в этом не стоит, уверен профессор. Если заставляет себя работать, ничего хорошего не выйдет. Скажите, пожалуйста, у вас какие-то... Раньше вам выполнялась компьютерная томография? Конечно.
все надо рассказывать как есть. Чтобы исследование прошло тогда идеально. Здесь, в общем-то, вы ничего не почувствуете, но надо будет в некоторые моменты делать хорошую задержку дыхания, поэтому вы нам, пожалуйста, помогите. Ладно? Потому что от вашего участия здесь зависит очень многое. Качество на вашей стороне. И пульс уже 72, так что нормально. Можем начинать тогда. О медицине я все слышал с самого детства. Но очень такая интересная у нас комбинация, потому что по специальности отец патологоанатом, а мама, она кардиолог. То есть и фундаментальная медицина, и клиническая медицина. Да, и я получал информацию совершенно из разных источников о разных процессах в медицине. Поэтому мне с самого начала хотелось заниматься какой-то научной деятельностью, что-то изучать, в чем-то еще разобраться, и потом это применить на практике. Вот это, мне кажется, сегодня самое интересное, ну, лично для меня самое интересное в медицине. Когда есть новый метод, непонятно, как его применить, непонятно, что с ним делать. Потом, потихонечку разобравшись с клиницистами, поняв, что хотят пациенты, как надо подготовить пациентов, проведя соответствующую, передав информацию о новой методике пациентам, тем же врачам, мы начинаем метод внедрять. Таким методом для Сергея Морозова стала лучевая диагностика. Это целый комплекс так называемых неинвазивных исследований. С помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии врачи могут буквально отсканировать организм человека и таким образом увидеть развитие болезни на самых ранних стадиях. Сейчас любой пациент, который попадает в больницу, ему сразу проводится большой комплекс исследований, которые позволяют оценить множество процессов. То есть собирается вся информация именно в лучевой диагностике, вся информация о пациенте. И дальше уже на основании данных обследования, ну, также, конечно, и лабораторных данных и так далее, пациентам выбирается то или иное лечение, предварительно ставится, конечно, диагноз. То есть лучевая диагностика, она как бы выполняет функцию такого центрального сбора информации, анализатора и дальше перераспределение. В 31 год Сергей Морозов защитил докторскую диссертацию. Она посвящена развитию методик магнитно-резонансной томографии в распознавании болезней суставов. В 28 возглавил отделение рентгеновской диагностики Центральной клинической больницы. Центральная клиническая больница – одна из самых крупных в Москве. Здесь множество корпусов, в которых есть совершенно любые направления. Отделение лучевой диагностики, лучевой диагностики томографии, которым я заведую, оно расположено фактически на базе почти всех корпусов. То есть это 65 сотрудников в одном отделении, это 20 разных аппаратов по разным корпусам. И все эти аппараты сейчас соединены единой цифровой сетью. Сергей с гордостью рассказывает о своем отделении. Здесь проводятся исследования на мировом уровне, и это не просто громкие слова. Рентгенологу Морозову есть с чем сопоставлять. Он учился в Гарварде, проходил практику в американской больнице, стажировался в Норвегии, Италии и Австрии. Сергею, как и многим талантливым специалистам, близка тема сравнения медицины в России и за рубежом. Тема выбора – уехать или остаться. У него была, да и есть возможность работать за границей в ведущих центрах. Но пока 33-летний доктор наук ею воспользоваться не планирует. В России огромное количество очень хороших врачей. Очень много. Это совершенно не вызывает никакого сомнения. Это действительно так. Проблема состоит в том, что за рубежом более предсказуемые результаты, потому что чаще используются стандарты лечения. В России, если попасть к очень хорошему врачу, то этот врач вылечит лучше, чем любой врач за рубежом. Но вопрос, как найти хорошего врача? Вот в этом проблема. Я просто встал, и первые 3 месяца, первые полгода я был в шоке перманентно. Это было что-то такое сродни, не знаю, какого-то глубокого погружения, без знания языка. Все было другое. Подходы другие. Подходы к большинству заболеваний, как и к консервативному лечению, так как доброкачественным заболеваниям, так и злокачественным. Подходы к диагностике. Подходы к пациенту самому. Уважение, безмерное уважение к персоналии пациента, к личности пациента. Бадмаба Шанкаев рассказывает о своих впечатлениях об американской больнице. Он приехал на полугодовую стажировку, в итоге остался на 4 года. Но, как и одногруппник, Сергей Морозов решил вернуться. Он из тех, кто готов идти против системы.
В его области, проктологии, есть пробелы. Так называемая инвазивная хирургия не через порезы, а через проколы в России только начинает развиваться. Сегодня у Бадмы все новые технологии под рукой. Он работает в одной из крупных частных клиник Москвы. Это робот Da Vinci, одна из последних американских разработок. Таких в столице только три. Бадма Башанкаев – первый хирург, кто будет использовать его для проктологических операций. Когда мы говорим «робот-ассистент», ты знаешь, что это робот оперирует за человека. С помощью хирургических манипуляторов, которые используются на этом инструменте, мы можем выполнять более деликатные, тонкие операции. При этом нивелируются некоторые вещи, которые вот наиболее часто являются препятствием для лапароскопической хирургии. Это плоское видение двухмерное и отсутствие вот такой возможности ангулировать. Вот наши руки хирурга, видите, они делают в разных осях, мы можем. А лапароскопический инструмент, он ровно стоит, вот, вот так он делает только. И вперед-назад. Кроме того, руку Da Vinci 3, их движение врач настраивает с точностью до миллиметра. Он видит все в объеме 3D, что позволяет максимально четко настроить прибор. А это значит, что лишних тканей железные пальцы робота не заденут. И после операции пациенты будут восстанавливаться быстрее. Понятие жизнеспасения сейчас в хирургии стоит уже не так остро. Мы очень часто хорошо спасаем жизнь. А вот качество жизни – это другая проблема. Вот совмещение спасения жизни с обеспечением адекватного, достойного качества жизни – это, наверное, задача современного хирурга. Время поменялось, продолжительность жизни людей увеличивается. Да, мы должны спасти жизнь. То есть не то, что мы должны, да, это наша задача, наша миссия. Мы хотим это сделать. Но мы должны это сделать так, чтобы качество жизни при этом не пострадало. То есть это максимально, опять-таки, индивидуально подобранное лечение, подходящее для этого конкретного пациента, с сохранением жизненных функций, с сохранением уровня жизни, качества жизни. Задача, которую поставили перед собой медики 21 века, достижима. Они уже добились немалых результатов. После сложных операций пациенты возвращаются к нормальной жизни. Но этот путь к здоровью врачи не могут преодолеть в одиночку. Мы, да, совершенство, у нас есть какой-то предел, мы можем достичь чего-то, но есть уже необратимые изменения. Мы видим, что очень многие мотоциклисты попадают к нам, к сожалению, часть из них и погибает, а очень многие остаются глубокими инвалидами. Вот это, когда девушка лежит у нас 18-летняя, парализована, перелом ребер, перелом таза, черепно-мозговая травма, перелом позвоночника с полным перерывом спинного мозга. Спрашиваем, ну зачем вы сели на мотоцикл? Да, села, меня вдруг вот решил прокатить. Я первый раз в жизни сел на мотоцикл, тоже без шлема, и покаталась. Говорю, ну вот стоило ваше вот это желание покататься, вот этот эффект от катания, вот это ваши всех последствия. Я в свое время хотел прыгнуть с парашюта, очень хотел, и вообще и в армии там служил, где... и желание. Но после того, как я столько людей пролечил и прооперировал, те, которые с парашютов падали, вкалечились, причем случайно, не потому, что люди не профессионалы или как-то не готовились, случайности. Понимаете? И когда видишь молодую девушку, которой 21 год, которая лежит парализованной, шейный отдел сломан, она в воздухе столкнулась, закрутила парашют, он закручивается, и они как-то вот столкнулись с парнем. Сломала шею. Вот у нее ребеночек 10-месячный, лазит ей по груди, мамочка, возьми меня в руки, все. А она не может. Вот это, к сожалению. Да, это ужасно. За почти 20 лет своей практики Андрей Гринь видел многое, но не пропускать истории больных через себя у него по-прежнему не получается. Врачи-циники встречаются, говорит, только в анекдотах. Все наши герои – молодые врачи, которые в свои плюс-минус 35 защитили докторские и продолжают работать над собой. Каждый из них может уехать за границу, но они разделяют главный принцип, который исповедует только российская медицина – не отказываться даже от самых тяжелых больных, за которых не стала бы браться ни одна зарубежная клиника. Мой сын, когда пошел в медицину, я его начал спрашивать, своего сына, почему, как, что. Он говорит, пап, ну не из-за зарплаты же я пошел работать в медицину. Призвание. Зарплат у нас, например, больших нету. И сейчас студенты, вот, которые идут, скажем, в хирургии, не из-за зарплаты. Потому что зарплаты одинаковые, скажем, и гораздо легче работа других специальностей, чем хирурга.
Хирург – это тяжелая работа. Нужно, любить работу и, единственное, отдаваться ей полностью. Нельзя вот как-то наполовину. Нужно ставить себе самые высокие планки, стараться стремиться стать лучшим. Нельзя сказать, что «да, я буду так, я в среднем буду, я всех». Ну, как я говорю, представляете, вы придете, вам скажут, как вы хотите, чтобы вас полечить, на 3, на 4 или на 5? Так вот, в медицине нельзя предлагать лечить на 4, на 5 и 5 с плюсом, правильно? То есть только-только отлично. Наш тигр. Рисунок долго выбирали. После переезда из города в поселок, из северной столицы в Березайку, жизнь врача Татьяны Игнатьевой приобрела новый смысл. Она вышла замуж за человека, который родился и вырос в деревне, родила ребенка. Миллион рублей, которые ей выплатило государство в качестве поддержки молодого специалиста, семья вложила в строительство дома. Такого, о котором всегда мечтала Татьяна. С большой ванной комнатой и камином. И, конечно, в самом центре небольшого поселка. Чтобы на случай, если помощь врача Татьяны Владимировны понадобится, она смогла приехать как можно быстрее.